Жители Сахалинской области голосуют за присвоение АХЕ звания «Город трудовой доблести». Почетное звание Российской Федерации увековечивает подвиг тружеников тыла во время Великой Отечественной войны. Инициативу поддержала Российская академия наук. Дорогие друзья, Российская академия наук поддержала нашу инициативу о присвоении АХЕ почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести». В годы Великой Отечественной войны сахалинцы вместе со всей страной трудились во имя победы. Особый вклад в это дело внесли жители АХИ. Не жалея сил, на пределе возможностей, они работали на нефтяных месторождениях. Перевыполняли плановые задания на 100% и 200%. Во время войны были также открыты новые скважины, запущены в эксплуатацию, в первую очередь, нефтепровода. Благодаря трудовому героизму и энтузиазму сахалинцев добыча нефти росла год от года. Мы искренне рады, что Российская академия наук заявила о том, что у АХИ есть все основания получить почетное звание Российской Федерации «Город трудовой доблести». Рассчитываем, что в скором времени эту инициативу одобрит и президент страны Владимир Владимирович Путин.